Промахнула крылом отечественная осень, наступила наконец настоящая отечественная зима. Посреди недели мы все-таки выбрались в тот день, когда именно самый большой мороз сегодня прогнозируют. Сейчас 21 градус здесь. Север Городокского района Витебской области Республики Беларусь. Где-то недалеко от границы с Россией. Жердочки вот ставим. Ну, точнее, уже практически все поставили. Тактика сегодня проста. Ловить рыбу, ходить. Дергать, проверять. Ну, в том смысле, чтобы леска не примерзала к жерлицам, потому как снега нету на льду, а мороз двадцатка. И они очень быстро будут замерзать. Да, ну ничего не поделаешь. Хотя вот побегали, походили, руки уже и согрелись-то. Ну, а дальше, я думаю, чем-нибудь продолжим согреваться. Исследовать национальную белорусскую пищу. Пошел дальше сверлить. Ну что, посмотрите, какая душевная картина тут у нас. Готовимся к кульминации момента. Кострище разведено, и сейчас необходимо будет кастрюляку установить на вот это вот дело. Шашлыков, к сожалению, сегодня, а может и к счастью, не взяли. Сегодня мы отведаем отечественные продукты. И, конечно же, приготовим вкусняшку на озерной воде. Самой мягкой, самой вкусной. Вот лед я вычерпываю. Напарник, конечно, высказал сомнения по поводу правильности этой затеи. Ну, я, как мои уже старые зрители знают, и на двинской воде готовил, и на озерной. Вот она желтенькая. Вы смотри, какая желтенькая она. Но она чистая. Смеется. Ну, устанавливаю кастрюляку на кострище. О, ну как удобно. Пожалуйста, можно и погреться, подойти в мороз минус 20. А рюмка твоя замерзла. Я сейчас отогрею ее. Ну, будем надеяться, что она сегодня все-таки закипит. Да. Я на это надеюсь. Как думаешь, закипит она? Ну, если махать. Надо, наверное, количество воды уменьшить. А то что-то я разошелся. Да не сыты мы ж сварим так. Ты макароны из твердых сортов пшеницы берешь? Да. Правильно. Там больше белка, всего такого. Какие-то. А где? А, фикс-прайс я вчера брал, российский. Что самое интересное? Не, ну они из твердых сортов пшеницы. Группа А. Ну. Ну, что самое интересное, наши вот только пастераль делает из твердых сортов. Спагетти, ты в курсе? А все остальные делают все из обычной муки. Там написано должно быть на них, что из твердых сортов пшеницы и группа А. Пастераль недавно выпустила, вот может год или два назад, спагетти. Я, в принципе, белорусские не беру никогда. Пастераль есть спагетти из твердых сортов пшеницы? Я беру либо Бариллу российскую, либо, если шикануть, хочу прям итальянские. Там, итальянские бывают по нормальной цене. В Еврике там что-то типа на акции бывает, а не когда... Ну, без акций не беру, а на акции беру. По акции они меньше 4 рублей бывают. Да бывает и дешевле, я видел, итальянский. 360. Ну что, туда будем махать, раздувать. Ну, в общем, российские макароны сегодня у нас из фикс-прайса. 400 грамм. Специально маленькую пачку взял нам на двоих. Тушенка отечественная, говядина аршанская. Ну, как сказал мой напарник, вчера он пробовал говядину... А, нет, не говядину. Кого-то там-то другую. Ну, короче, тушенку аршанскую. И... Срок годности в норме, но она... Землей ты ходишь у него? Вот так вот. Даже дед Степан Кондратьевич говорил, что аршанские и брасловские мясоконсервные пищевые комбинаты далеко не всегда радуют его своими откровениями.
тут при записи следующего эпизода, во время загрузки содержимого кастрюляки и распаковки бутылочки, произошел технический сбой. Микрофон оказался не включен, и вся запись без звука, поэтому дубль 2. Кипят наши макароны. Тушеночка говядина по-смоленски. Работает лучок, я положил запекаться на углях. Вот он уже такой подпеченный, подчерневший. Но ничего. Старки лызнули, микрофон не включили. Блять. Ну как так-то? Ну ладно. Что сделать, бывает. Озвучим. Да, запахло. Джина, говорит, вызываешь. Ладно, давай старки лызнем. Так. Есть у нас вот такая старочка. Сколько стоило? Уже газ можно выключать. Ну ладно, пускай покипит. Давай. Тушенка исчезает. Да, тушенка исчезает. За кадром остались первоначальные слова, что ну ничего. Сейчас мы. Ну давай. Вот, знаешь, а вторая пошла мягче. Но опять же чувствуется вот этот дистиллят. Как я тут уже говорил, что... По мне ректификация. Не. Самогоном отдает. Ну, отдает. Конечно. Квоты. Почему стало в магазинах в прошлом году, прошедшем, больше альденте делаем макароны? Пора уже. Больше спиртных напитков вот этих крепких, потому что государство большие квоты выделило именно на производство дистиллята. Поэтому все заводы лупят эти... О, кстати, можно в лунку так сливать, да? Чтоб не замерзало. Все заводы делают дистиллят. Да, вот как бы это еще слить, а то ролтон получится. Их! Опа! Нормально. Да. Ша. Так. Я, если честно, не любитель большой всех этих старок там. По мне лучше либо коньяк, либо водка. Будешь лучок такой? Я уже по походному на столе. Ой, нарубаю так крупненько. А это снег шипит. Ой, горячий. Нормально. Чернушки скинуть? Да подожди, ты вкусно будешь. Чернушка, в чернушках весь вкус. Так, тушенка смоленская. По-смоленски точнее. Оба! Оба, да? О. Ой. И ты хочешь сказать, что это невкусно пахнет? Вот я сейчас прогрею ее тут. Ну. Нафиг никакой шашлык не надо. Только сказал. Жирок вытапливается. Вот так у нас получается. Тушенки практически нету, а зато много макарон. Так. Напарник, подойдите сюда. Младший научный сотрудник, подержи. А я покуда скину. Вот это вот. Вот это вот все. Опа! И мы будем греться. Тут у нас еще килограмма 2 углей есть. Ну, я думаю, поставить можно на вот это и не расплавиться. Так, давай старки тогда еще лыжню. Слушай, а по-моему, старка раньше была без дистиллята. На люксе чисто. Все время было? Там вся фишка у них была, что они добавляли дистиллят всегда. Ага. Ну что, они пробуем. На смеси ректификат дистиллята. Да? Ну вы черканите в комментариях, что вы про старку думаете, а мы за ваши лайки, за ваши комментарии, подписку на канал выпиваем этой старки. Fuck.
Не, все-таки водка мягче идет. Ну, бери. Посмотрите. О. Альдента. Причем конкретно альдента. Ну ничего, они сейчас постоят еще. Натянутся. Нужно их поджарить просто там. Они сейчас натянутся. Ну что сказать, тушенки тут практически не видно, конечно. Но, как по мне, так съедобно. Зато, когда конкретно альдента, это наоборот полезнее. Ну не хрустят. Короче, старка тебе нравится? Ну, как сказать. Ну, я поставил бы 6 баллов. Я небольшой любитель. Да. Смешивание вот этих вот. 10-6. Макароны съедобны, но как-то тоже. Слишком большая альдента получилась. Да. А вот тушенкой почти не пахнет. Аршанский мясокомбинат. Надо работать все-таки над качем. Ну что, вот отстрелила. Рыба клюет на яйцо. Как говорится. Пойдем посмотрим, что там у нас. Отстрелили. Да, походу будет пустая. Потому что не размотана. Нифига не размотана. О, как лед треснул, слышал? Нормально. Не размотана нифига. Пусто. Бросила. Бросила. Поела? Ага, окочурился. А не. Дай глянь. Ну да, чешую сняла, резанула. Ну что, оставляем тогда. Ну живет какой-то. А хотя не, нормально. Пошел, родной. Слабенько сегодня, конечно, мягко говоря, на поклевке. Но тем не менее. Это рыбалка, как говорится, да. Да и уже дело-то после Нового года. По сути говоря, глухозимье приближается. Начал трещать лед. Давление растет. Мороз по-прежнему 20-ка держится. Живцов запас заканчивается. И нифига не клюет он. Это же самый живец. Ну, сейчас Володька переносит жерлицу. О, лед как трещит, слышите? А я ему сейчас лудочку быстренько подготовлю. Ну, по классике переносим жерлицы вот сюда вот. В тот район, где начинаются поклевки. Бежить! Бегом переставляем, иначе замерзнет живец нафиг. И будет тогда опа, потому что живцов у нас мало. О, сюда давай! Занимаемся перестановкой жерлиц в поисках щуки. Ну, она тут везде есть, но давление 761, это слишком для нее. Ну, Володька покуда балансиром занимается. Покуда так. Свистит, кричит, вот, только перестает. У меня зрение плохое, я-то нифига не вижу, багор. Бери, пошли. Сейчас посмотрим. А, опять в том же районе, где была поклевка. Сейчас посмотрим. Ну, нам недавно сработало. Потому что я только посмотрел, ничего не было. Жесты опять спали. Что, нифига не размотало вроде. Ну, пробуй, наверное. Подсечку небольшую. Есть. Ну давай, не спеши, не спеши только. Не спеши. Да, да. Или нет. И, ну если есть, то что-то очень маленькое. Нихера. Есть, небольшая. Карандашик. Ну заблачи его трохи. Бля, мобила что-то прилипла. Ну, жабрах вон ищет. Она выживет? Не знаю. Ну надо этот, зажимчиком. У тебя есть? Ну да, сейчас попробуем. Ну куда? Иди в ящик, ну да, в ящике. Лежат такие эти, хирургические.
Отпусти ее, может, выйти. Вообще ни хрена не станет, он на морозе. Сейчас попробуем отпустить, если получится. Пускай полежит. Ну, за жабры там зацеплено нормально. А то уже щелоть может. Ну вот. Видите, вот стратегия лори. У нас на жерлице то же самое, как и на кружке. Здесь была поклевка у меня. И мы стали сюда переносить на жерлицу. Значит, в этом месте она активна. Щука здесь практически везде трется. Я это озеро знаю уже больше 10 лет. Но почему-то в каком-то месте, вот где поклевки, туда надо жерлицы переносить. То же самое касается кружков, когда вы ловите. Где поклевки происходят, туда и ставим. Ну вот, как оно и получилось. Небольшая, попробуем сейчас. Ну. Такая. Сегодня очень высокое давление, на самом деле. Я пока без микрофона говорю, поэтому звук может будет потише. Но... 761 сейчас. Но к вечеру передаю там потихонечку 760, 759. Может быть, еще оклемается рыба. Отцепили. Живец у него во рту остался. Но, если честно, повреждения у него какие-то небольшие точки есть. Ну, Володька решил отпустить. Поплыло. Я думаю, выжил. Главное, чтобы телефон не поплыл. Что, будем твою проверять? Ну, по идее, да. Но, ой, блин. Ну что, бросила? Ну, посмотри, может, живец нормальный. Ну, живец нормальный. Что-то сильно, может, окунь какой был. Хотя не резануло немного. Ставь на этого живца, нормально. Видишь, он бодрый. Короче, ставь тогда, я пошел к своей. Давай. Притащи тогда мне живцов этих. Ну, бур я возьму. Ох, ребята, руки мерзнут. Не по-детски. Одна справа сработала. И вторая только что, он флажок аж вылетел. О, руки все красные. Ну, сейчас проверим. Начнем с правой. Ну, что тут у нас? Ну, трохи размотало. О, сошла. 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 Да, эту проверю. Ну, тут тоже размотало. Нормально притом. О! Ну, покуда да. Дай бог. Ух ты, блин. Ну, трохи покрупнее, чем твоя. Ну, чуть-чуть. Фух. А та сошла. Зараза. Она, может, еще не стала заглатывать, видишь. Ну, вот без поводка. За край губы. Видишь? Если так, когда без поводка ловишь, надо потом леску так... О, уже заусенцы появились. Надо обрезать и заново вязать. Иначе... О, кровяга пошла. Походу, жабры там... Протерли. Заусенцы проверять. Видишь, я без поводков. Ну что, сработочка вот. Я уже без багра. Нифига она вроде бы не мотала. О, что-то небольшое. Блять, окуняра. Блять, Вовка, мне нечем разбить, нахуй. Посмотри в ящике багор. Хер, не лежит багор в ящике.
За жабры, там у него жабры, блядь. Ух ты. Тихо, тихо. Так я не могу пальцы засунуть. Лунка смерзла. Бля. Я его не втащу, Вовка, я уже руку разбил в кровь. Беги за чем-нибудь или за багром, я не знаю. Неси жерлицу с ящика. Жерлицу, тащи ящик сюда. Надо было на санках тянуть. Открывай ящик. Там у меня поломанная была жерлица. Ну вот я еще одну сломал. Вот что значит не разбить лунку. Так я разбил. Рукой, надо было с погом. Ага. Ну что, туда придется отпускать и лупашить по этому самому. По лунке. Бля, это что? Сидит хорошо? Так, ну так вроде хорошо. Ну спусти чуть ниже, я с сапогом бах. Не, подожди. Я сейчас тогда продену вот так. Бля, ну что? Хороший окунёк, красивый. Яркий какой, да? Бля. Трудовой. Вот, яркий. Мороз, а вот солнца сегодня, к сожалению, либо к счастью, нет. Погодка чудесная. Рыбу видели, вкусняшки пробовали и готовили. Ну, а что еще для рыбацкого счастья надо? Ведь правда же? Он и сегодня, Виталий Усинович, вам откланивается. Ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, конечно же. Ну и до следующих видео. Пока-пока.